Всем самого доброго утра. Мы с этой довольной моськой сейчас готовим завтрак. Будут кабачковые оладушки. Здесь у меня натертый кабачок. Я сняла кожицу, натерла, отжала его. Натерла сыр, буду добавлять. Яйцо, мука, соль, перец. Сейчас все смешаем. Сейчас завтраки у нас готовятся вот так. Ну, и то хорошо. То есть можно посадить ее на столешницу и спокойно готовить. Она тут тоже чем-то занимается. Да, Машуль? Вот яйца чистить, например. Давай. В качестве приправы буду добавлять вот такой вот сушеный чеснок к своим оладушкам. Я уже добавила здесь яйцо, муку, соль. Сейчас добавлю сыр, добавлю специи, перемешаю и будем готовить. Решила пожарить я все-таки вафли. Достала свою вафельницу. У меня вот такая отборок. Она идет на две вафли. Очень-очень мне нравится. Сейчас разогревается. Сложу туда тесто и хочу подавать с авокадо. Сейчас помою и отварю яйца всмятку. Мы сейчас собираемся в поликлинику на осмотр. Покажу, что беру с собой. Беру несколько подгузников на смену, пакет, пеленку, влажные салфетки. На всякий случай запасной комплект одежды. Ну, это, в принципе, набор, который я беру всегда с собой, когда мы идем гулять. Штанишки, бодик, кофточка потеплее, если понадобится. И здесь игрушки, чтобы ее развлекать, отвлекать. Вот такой музыкальный котенок. Ее любимый Мишка и музыкальная книжечка. Она тоже любит нажимать, ну и просто листать эту книжечку. И косметичка, куда я все уберу. Смотрите, как Машуля хорошо пообедала. Вся еда практически осталась на возе со штанами. Хотя дело ей только чистый комплект. Ну и, конечно, такие пятна сейчас сразу будут отправлять в стиральную машинку. Я не переживаю за такие пятна, потому что у меня есть классный помощник. Это вот такой вот универсальный гель для стирки Мой Рэббит. Он вообще универсальный и подходит для ежедневной такой регулярной стирки. Подходит как для цветного, так и для белого белья, для машинной, ручной стирки. В составе безопасный пар. Подходит для стирки детского белья с антибактериальным эффектом. Вот, кстати, я им стираю. Качество ткани, качество белья мне очень нравится. Белье мягкое, но при этом никак не деформируется и цвет не съедается. В составе нет ни хлора, ни фосфатов, но при этом он справляется даже вот с такими пятнами. Здесь 5 литров. Гель густой, и поэтому его хватает надолго. Стираю им практически все, и нижнее белье. Можно стирать им пуховики, куртки, мембрану. В общем, действительно универсальное средство на каждый день. Так, ну все, сейчас отправляю в стирку и покажу вам результат. Ну, а заказать вот такой гель для стирки от Мой Рэббит можно по ссылочке в описании. Показываю вам результат. Белье уже высохло, специально принесла его сюда на солнышко, чтобы вам показать. Штанишки абсолютно чистые со всех сторон, нету ни одного пятнышка. Вот, смотрите, все идеально. И то же самое с бодиком. Вот, нет никаких следов, ничего. Все прекрасно. Девчата, у нас уже суббота, но я вам немножко расскажу, что у нас было в течение недели. Во вторник мы ездили на осмотр вместе с Машей. У нас плановый осмотр, который должен был
быть в годик. Ну вот мы его еще до сих пор проходим. Так у нас патронаж, и практически все врачи приезжают к нам на дом. Вот как раз-таки последние 2 недели у нас тут через день были врачи. Вот, а УЗИ, соответственно, и не офтальмолога, лора, нужно было проходить на базе поликлиники, поэтому мы поехали. Для нас, конечно, целое событие, потому что дорога, наверное, час туда, час обратно, и все равно в районе часа нужно там провести. Девочки у бабушки, даже Софику мама сегодня забирает сама из лагеря, потому что у нас по времени получается, врачи были, и сейчас мы планируем поехать покушать и потом заехать на дом, потому что у нас там подготовительные работы к отделке фасада и к внутренней отделке дома. Я еще не была, Лёша был. Вот хотим заехать посмотреть. Девочки, вышла сейчас с маникюром, освежила ноготочки, вот такой сделала цвет и забрала средства, которые мне пришли, чтобы дома покрывать ногти. Это тинты, они не требуют ни базового покрытия, ни топа и очень быстро сохнут. В общем, эффект такой натуральных ногтей. Это и не лак, в общем, тинт называется. Вот такие средства. London Town. Это оттенок 1, это 7 оттенок. Вот этот цвет наносила ранее. Этим цветом покрыла сегодня. В общем, эффект такой обнаженных натуральных ногтей. Я думала, что это такое. А это сняли, смотрите, с внутрипольных конвекторов вот эти решеточки, которые были. И так аккуратненько тоже нам все здесь запаковали. Надо будет Лёше сказать, я думаю, их нужно куда-то убрать, чтобы они тут в процессе ремонта не мешались. Слушай, я думала, что там такое на полу лежит? Такие вот, знаешь, эти бобины. А это они вот эти решеточки сняли, аккуратненько все упаковали. Что такое это? Хорошо? Ну здесь душновато, да. Слушай, ну тоже так упаковано все, что можно открыть окна, если проветрить. Ну, не все. Вот это можно. Ну видишь, это они уже прорезали. Ну, по одному
Я довольна. Все здесь вообще сделали аккуратненько. Мы сейчас находимся на доме. Я приехала посмотреть, Леша уже видел. У нас оклеили все окна, оклеили все конвекторы внутрипольные, все, в общем, упаковали, чтобы приступать уже к отделке. Вот так тщательно все закрыто, укрыто. Если честно, когда в смете, ну, видела там укрытие окон, там укрытие стен, дальше у нас там укрытие потолка, пола. По-моему, потолка нет, пола только. Думаю, ну что там, просто настели. Это здесь вот 2 дня, 3 человека. Все вот так у нас проклеивали и укрывали. На первом этаже все выглядит вот таким образом. Тоже все аккуратно проклеено, упаковано. Внутрипольные конвекторы тоже упакованы. Из пола сняли защитную пленку. Вот. Теперь он выглядит у нас вот так. То есть только уже стелить напольное покрытие. В доме, конечно, сейчас очень темно, ну, потому что заклеили бумагой. Я думала, какой-то пленкой, честно, будут заклеивать. Нет, вот такой бумагой, специальным скотчем. Вот, потому что у нас алюминиевый профиль. И вот объясняли Лёше, что, допустим, обычным бумажным скотчем клеить нельзя. Иначе клей останется на алюминиевом профиле, а там буквально через несколько дней и снимется только бумага. Поэтому нас использовали прорезиненный скотч. И вот здесь приехал сегодня материал, который нужен как раз-таки для вот этих работ, для установки откосов, для монтажа откосов и коробов из гипсокартона. Вот такую конструкцию привезли. Честно, я не знаю, как это называется. Вот, и здесь еще что это? Акустик бац. Сейчас я посмотрю. А, это звукоизоляция. Вот, еще у нас здесь звукоизоляция. Я так понимаю, это для ванных комнат. Именно там для душевых, наверное. Вот. И еще мы заказали смесители на душевые системы, которые у нас встроены в стену. Как раз сейчас надо вот водорозетки делать. И вот заказали, должны выходные прийти нам те душевые системы. И будут монтировать. А вот это что такое я? Козел. Козел, вот. Ну, новенький прям, смотрю, такой. Сейчас еще с улицы давай покажем. У нас там леса выставили тоже. И на улице, видите, выставили леса вокруг дома. Будем красить фасад, будем уже его отделывать, делать уличное освещение. И будем входную группу тоже делать. Планируется у нас здесь дерево вокруг, лиственница будет. Ну, в общем, весь фасад будем уже делать так, как он должен выглядеть. Вот. Сегодня приезжали рабочие. Выставили леса, сейчас ждем, чтобы нам смешали штукатурку фасадную. Основной цвет у нас будет белый, ну и вот по низу пойдет мозаичная штукатурка, ну потому что она более практична в эксплуатации, и вот для нижнего слоя рекомендуют именно ее. Пока нахожусь в ванной комнате, хочу вам показать наши новые зубные щетки от бренда Sibling. У меня вот такая взрослая умная зубная щетка, и у девочек вот такие детские. Кстати, детские есть и в голубом цвете. В щетке есть встроенный 2-минутный таймер, а также возможность индивидуальных настроек. Данные щетки помогают в комплексном уходе за полостью рта. Это и чистка зубов, и гигиена языка, и бережный уход за деснами. И щетка называется не просто так умной, ведь она сама подскажет, когда нужно сменить зону чистки. Менять режим можно в зависимости от задач. Обычный уход, бережная чистка, отбеливание, чистка десен, мягкий уход и чистка языка. Настроить щетку можно также под себя, выбрав скорость и силу пульсации. В комплекте с щеткой идут 2 сменные насадки, а значит одной щеткой могут пользоваться 2 члена семьи. Также в комплекте у щетки есть компактная зарядная станция, а заряда хватает где-то на 45 дней ежедневной чистки зубов.
А еще есть удобное приложение, в котором вы, например, можете отслеживать качество чистки зубов и уделять больше внимания тем зонам, которые этого требуют. Ну и детская зубная щетка с мягкой щетиной, которая сделает процесс чистки зубов комфортным и безопасным. В щетке также есть встроенный таймер и две мелодии. Детям это особенно нравится. Пока играет музыка, детки чистят зубы. То есть они чистят положенные 2 минуты, не знаете, 5 секунд и все. Вот с такой функцией, с таймером и музыкой сформируется полезная привычка. Дети просто привыкнут чистить зубы тщательно на протяжении 2 минут. Кстати, музыкальный таймер играет только когда на щетке идет достаточное давление, что ребенок чистит зубки с усилием и качественно. Смотрите. Видите, я отпустила и прекратилась музыка. В мобильном приложении также можно отслеживать качество чистки зубов у ваших детей. Приобрести данные зубные щетки можно на Озон, также можно там почитать отзывы. Ссылочку для вас оставлю в описании к видео. Вышли мы на прогулочку, у нас тепло сегодня, поэтому мы такие раздетые. Ага. Куда ты, Маш, ведешь, сестренка? Ну вот, видишь, она на место возвращает. Говорит, зачем ты оборвала его, да? Да, Маш, давай сейчас оборвем все штучки, которые отцвели. Мы давно не обрывали их уже. Ты ругаешься, говоришь, что сестра одна ушла? Ругаешься? Давай, давай, пойдем. Не ругайся, пойдем, потопали мы с тобой. Маш, ты на качели топаешь, да? Вот ведь. Лизуля, а ты, может, нам пледик принесешь сюда? Да. С террасы давай. И подушечки, я вас покачаю. А на подушке хотите сесть просто? Давай под спинку их, Лизуль. Машуль, сейчас уют создадим, чтобы удобно было качаться, да? Сейчас, моя хорошая, сейчас. Ну, скажи, теперь совсем другое дело. Слушай, Лизуль, тебе бы за кепочкой сходить или за панамочкой. Давай, мы тебя ждем. Уже традиционные качания на качелях, да, Машуль? Традиционные наши будни, погуляли в саду и поехали в поселку укладываться на сон. В этот раз все гуляем, обычно она быстро укладывается, а сегодня что-то прям вообще никак, по-всякому бывает. Наконец-то укатали мы ее по тенечку, сейчас поедем уже домой. Ну вот, мы пришли домой, получается, на дневной сон у нас Маша легла, ну, где-то без 15, без 20 час. Дома красота, пиончики красивые.
Сейчас буду здесь мыть пол. Вот, включим сейчас с Лизулькой сериальчик, начали смотреть «Клюквенный щербет». Уберем игрушечки и будем отдыхать. Еще в планах сейчас разобрать одежду. Здесь дети сложили одежду, которой им уже мала. Поэтому мне нужно аккуратно это сложить. Она чистая. Естественно, я не гладила, смысла нет, так как буду убирать на хранение. Сейчас просто аккуратно сложу стопочками и уже уберу. Я сложила белье, здесь штанишки-леггинсы, далее здесь школьные блузочки, которые я тоже сложила, здесь Софина одежда, из которой она выросла, так, это колготочки я им сложила, а с этой одеждой нужно будет попрощаться, здесь вот пятно, которое я ничем не могу вывести, вот, но эта жилетка просто не самого лучшего качества, она вон уже в катышках, поэтому не вижу смысла ее оставлять. Девчата, мы сейчас выдвигаемся на мультик «Головоломка 2» в кинотеатр. Как раз уже купила билеты. Машулька отвезем к бабушке на дневной сон. И еще в планах у нас сегодня съездить в магазин, посмотреть девчатам летнюю одежду, потому что все выросли. Вчера вечером смотрели первую часть мультика, чтобы так освежить в памяти. А сегодня уже пойдем в кинотеатр. В общем, на сегодня буду влог заканчивать. Огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока. Приехали мы в кино. Да, какое-то прикольное, вот такое гранулированное. Я больше люблю попкорн. Пошли. Так, у нас 4 посередине. У меня мороженое с орешками. У Лизы вот такое. А у Софийки попкорн. Как тебе мороженое? А мне что-то не очень понравилось. Можете попробовать? Ну, попробуй. Задумка интересная. Вот. Исполнение. Залезая в свою сумочку. Сумочка мамы. Погремушки. А у тебя как, вкусненько? Вкусное? Ну, можешь есть мое. Вкуснее, чем тебе? Да, нравится? Попробуй. Будешь? Не хочешь? А то я не буду есть. Ну, тогда давай. Это видео смотрела. Там мальчик взял из магазина спрайт. Там же он говорит: мама, а вкусненькое мороженое. Кайфушница, да? Надо будет попробовать там дома сделать. Ой.